тут такой козел стоит. Красивое озеро. Оно большое. Тут это мы с одной стороны где-то находимся. Уточки плавают. Баз отдыха тут на каждом углу. Вот такой бережок, например. Песок крупный. Как на Байкале тоже, кстати. Видишь, какой песок интересный. Здесь вот такие вот лавочки. Прикольно, мне нравится, в принципе. Беседки везде стоят. Вот опять живет козел. Летом можно сюда ездить, в принципе, отдыхать. Там он остров, яхты какие-то стоят. Красиво, конечно. Беседка вот эта вот классная, капец. С пословием вода. Вода прозрачная насквозь. Не знаю, на камеру видно, нет? Наверное, видно. Даже корни видно. Все видно. Вот эта беседка внутри. То есть здесь внутри костровище, типа, ну, тема дымоход. Ну, типа, кто сидит тут, если так вот шторами закрыться, здесь тепло будет в непогоду. Вот она так сетью обмотана. Ну, прикольно. Большая беседка. Сейчас не сезон, народу никого. Ну, короче, везде беседочки, домики, домики, беседочки. Все так. Вон воду, не знаю, видно, нет отсюда. Все так аккуратненько сделано. Или, ну, как бы в лесу все это дело. Вон беседочка маленькая. Смотрим на воду. Всякие бунгало, плотики со столиками. Короче, вот так вот. Коттедж стоит. Беседка. Еще одна. Уже кто-то выбил тут дырку. Виды, конечно, красивые. Вот сухо, а вот мокро. Такое ощущение, как будто воды нету. Но она есть. Очень чистое озеро.